Я хотел добавить, это же тексты были написаны для РФ-газеты. Ну, большую часть, что ты перечислил. Да. И еще одна грань творчества Кондратьева – это его участие в фильмах. Давайте посмотрим. Каждый фильм, который я затеваю, я зову Кондратьева. Он там либо прототип, либо играет самого себя. Мамочки, что я сейчас сказала? А вы разве не помните? Если точнее, даже не зову. Кирилл, опять вы... Ладно. Отнесешь в театр, отдашь в канцелярию. Филипп, это умный, скажешь, что я тебя ругал. Долго. Если быть точнее, то просто оставляю Кондратьева в голове, он и так там все время. И когда делаю фильм, он как-то в этом фильме всплывает. Что здесь происходит? Вот здесь у него была задача запихнуть все шарики в багажник, не потеряв ни одного, и уехать. Это третий фильм, в котором он снялся. Или точнее, проявился. Не нужно быть ни смерти, ни рождения, ни мужчины, ни женщины. Все это вот. И куда ты теперь? Пойду тормозить прогресс. Я же всегда болела за проигрывающую команду. Так интересно. Мы обязаны это подписать. Апокалипсис на носу. Полетаем? Что? Нет, ничего. Что вы говорили? Апокалипсис на носу. Здесь. Это точная информация. Я совершенно серьезно. Катастрофа неизбежна. Баланс каталитических процессов в биосфере нарушен? Нарушен. Они себя ведут так, будто ничего не происходит. Вазовский, если катастрофа неизбежна, зачем собирать подписи? Ну, а за что делать? Кондратьев! Жить. Не могу я. Апокалипсис на носу! Кондратьев!